В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем наш выпуск. Очень большой строительный подснежник. В Кирове в розыск объявили владельца гусеничного крана. Технику бросили во дворах на улице Широтной. Там должен был появиться новый дом, но вместо него теперь жильцы района каждый день наблюдают, как школьники, да и взрослые не отстают, покоряют 6-метровый кран. Кировчане боятся, как бы очередные игры на такой опасной и высокой технике не закончились трагедией для детей. Взрослые же этого района используют большую кабину машины и вечерами распивают там спиртные напитки. В общем, соседство не очень приятное. Известно, что владелец крана – обанкротившаяся строительная компания. Общественники обратились в прокуратуру, пока неизвестно, за чей счет будут убирать такую большую технику.